Ladies and gentlemen, IMAF present three preliminary rounds in the men's flyweight final. Introducing first in the blue corner, he is the reigning European champion, representing our MMAU, Vector Genişbek. And his opponent in the red corner, representing Kazakhstan, Dastan Jakubenko. Your referee in charge of the action from India, Prasad Gaitonde. Fighters, follow the rules all the time. Keep the fight clean, touch gloves, go back to your corners. Ну что ж, настало время весовых категорий, которые мы часто видим в профессиональных ММА. До 57 килограммов, наилегчайший вес или вес могучего мышонка, не иначе, вес Алибы Гаутинова. Бектур Женишбек в синем углу представляет Российскую Федерацию, Казахстан представляет Дастан Жакубеков. Странно, что говоря про этот вес, ты даже не упомянул Генри Сихуда, нашего любимого брата. Трипл чемпа? Да-да-да. И ревнителя большого межгендерных поединков. Ладно, друзья, шутки в сторону. Это финал чемпионата мира. Весовая категория 57 килограммов. Женишбек в синей форме, Дастан в красной. Подавливает Женишбек. Пока что совсем немного ударов. Для этой весовой категории темп невысокий. Всячески провоцируют друг друга соперники на протяжении первой минуты. Помобильнее пока что Дастан. Бектур подбирается на удобную дистанцию, пристреливается. Хорошо, здесь пытался подхватить Бектур атаку и здорово работает по передней ноге Дастан. Стараются ребята действовать выверенно. Не выбрасываются, лишних движений пока не совершают, полраунда позади. Весьма вероятно, секунд через 30 кто-то решит все-таки склонить чашу весов в свою пользу в этом раунде за счет борьбы. Да, есть такое ощущение. Хорошо, попадает руками сейчас спортсмен из России, Бектур. Да, резко, в общем, взорвался Женишбек. И, судя по всему, удалось ему за предыдущие две минуты усыпить бдительность Дастана Жакубекова. Убедить его в том, что, в общем, скорость у российского спортсмена не очень высокая. Проход под одну ногу. Оу! Отлично. Шикарно. Вот они, российско-киргизские авиалинии. Работает коленом в бедро и пытается опять тянуть. И там, кстати, пытался вылезти из этого положения Дастан. Да, и пытался, прихватив за руку Бектура, провести бросок с вращением. Не получилось. Последние секунды. И, судя по всему, Дастан Жакубеков уже понимает, что этот раунд не вернуть. Необходимо готовиться к перерыву. Ну как готовиться? Просто не тратить лишние силы. Да, очень важный был вот этот как раз перевод, как мне кажется, для Бектура. И заправляет ногу, пытается заправить еще одну, получается. Но времени не остается, раунд заканчивается. Ну что ж, хороший раунд, как мне кажется, для Бектура Женишбека. Да, и вот так выговаривают, что это сейчас достану прям сразу угловые, когда появляются. Ну, понятно, что есть определенное разочарование раундом. И вот мы видим, хорошая серия от Бектура достигает цели. Да, это как раз та самая ситуация, когда совершенно не обязательно знать язык, да, чтобы предположить, о чем идет речь. Получается, что бегал-бегал Дастан, все пытался провалить Женишбека, но в результате сначала пропустил хорошую серию, потом и борьбу проиграл, и, в общем, все пошло не так, как планировалось для Дастана Жакубекова. Зато Бектур Женишбек ведет 1-0 по раундам. Впереди еще два отрезка по 3 минуты.
Ну что ж, и наблюдаем мы определенное болельческое противостояние. Ребята из Казахстана громкие. Вот да. Смотрим дальше. Раунд под номером 2. Проверяет живот Виктор. Очень дисциплинированно работает Женишбек. Попытка пробить левой на скачке. В исполнении Дастана. Сошлись в клинче. Да, можно. Можно работать здесь. Удары по туловищу, коленом можно также отрабатывать, но только в корпус. Напомним, таковы правила любительского ММА. Ну и вот этими ударами по туловищу нельзя манкировать ни в коем случае. Они могут быть весьма эффективные. Можно даже в нокаут таким ударом отправить, если хорошо попасть солнышко или по печени. Но и в целом они оказывают негативное воздействие на функционал оппонента. Так что почему бы и нет. Здесь пытается развернуть соперника, но здорово доконтролировал нашего бойца Дастан, хотя отошли от сетки. Ну и продолжается вот такая, где-то, может быть, кому-то кажущаяся монотонной работа по туловищу. Но еще раз подчеркиваю, что это очень действенная штука. Тут же пытался разрываться Бектур. А вот тут, может быть, тайский клинч, да, локтей нет, колен в голову нет, но тем не менее. Прибрал одну ногу сейчас Бектур, пытается свалить. Хорошая защита от перевода в исполнении Дастана. Но вот мы видим, контроль осуществляет Бектур Женишбек. Начинается последняя минута второго раунда. По-прежнему Бектур за спиной соперника. Но в первом раунде ему в результате все-таки удалось заправить ноги. Сейчас пытался перехватить все-таки инициативу, но не получилось развернуть корпус лицом к оппоненту Дастану Жакубекову. Довольствуется Бектур контролем у стойки. Прихватил сейчас, ну, пытался прихватить под две ноги. Хорошая широкая оборона от Жакубекова. Да, очень тяжелый, упорный бой. И посадка. Есть тейкдаун. Молодец Бектур. В общем, ну, есть ощущение, что практически одного класса, одного уровня спортсмены. Но вот за счет, не знаю, там, большего желания, там, упорства, за счет давления Бектур Женишбек забирает концовку второго раунда. Сейчас есть минута у парней, чтобы передохнуть. И последние 3 минуты на этом первенстве. Затем они проведут в клетке. Третий раунд, финал чемпионата мира в весовой категории до 57 килограммов, наилегчайший дивизион. Бектур Женишбек из России, в синем углу, в красном Дастан Жакубеков, Казахстан. Хайкик в блок от казахского спортсмена.
Вновь дебют раунда тратят на разведку спортсмена, хотя времени для того, чтобы друг другу приноровиться, было у них предостаточно. Ну и, кстати, о, хорошая попытка ударить разворота от Дастана. Мне кажется, все-таки боец из Казахстана работает в удобной для соперника манере. То есть он кардинально, в общем, ничего не меняет здесь. Да, он все делает достаточно быстро, очень резко, мобильно, но к этому Бектур готов. Да, никаких загадок, никаких там нерешаемых задач для Бектура соперника в этом поединке на данный момент поставить не сумел. А вот сейчас захват за шею в исполнении Жакубекова. Вновь атакует Бектур. Подобные позиции мы уже неоднократно в этом бою наблюдали. И, как правило, Женишбеку удавалось затем соперника переправлять так или иначе ближе к центру клетки и проводить тейкдауны. Пытается, мне кажется, стянуть сейчас Бектур соперника на канвас. И нет-нет, здорово защищается Дастан. Более того, контрприем проводит представитель Казахстана и практически садится в фулмаунт, но возвращает все в гард. Бектур, более того, так скручивался, как будто бы задумывал недоброе он для своего визави. Открытым гардом защищается Женишбек. Вот так пытается вытянуть ноги. Отдает почти спину, но в результате встает. Прям так мастерски, шаг за шагом, позиция за позицией удалось освободиться Бектуру. И сейчас вновь он в атаке за 30 с небольшим секунд до окончания поединка. Близок к тому, чтобы теперь уже выйти в маунт Бектур Женишбек. Да, но даже если этого не случится, в любом случае крайне важный тейкдаун, хороший контроль. И вот как раз его нужно осуществлять, наверное, до финальной сирены. Разумеется, всеми силами старается Дастан вырваться отсюда, выбраться. Может быть, встать по сетке, просто разворачиваясь, отдавая спину. Но в любом случае подняться времени очень мало. Да, 3 минуты, конечно, это... Wow. Да, отличный тейкдаун снова со слэмом, таким небольшим в исполнении Бектура. Да, и вот здесь уже можно потихоньку, наверное, начинать праздновать. Отличный поединок провел Бектур Женишбек. Очень высокий темп он предложил своему сопернику. И Дастан Жакубеков был вынужден большую часть встречи провести в обороне. При этом видно, что у Дастана просто огромный потенциал. Действительно, боец техничный, быстрый, разносторонний. Но своим постоянным давлением Бектур не позволил ему развернуть, в общем, все свои навыки, продемонстрировать, в общем, всю свою выучку в этом поединке. Вот, кстати, сейчас я уверен, что Ибрагим Картоев, который Бектуру Женишбеку, другой россиянин, который Бектуру проиграл в полуфинале, очень сильно, наверное, болел за Женишбека. Потому что, ну, наверное, обидно, когда ты в полуфинале проигрываешь, а тот, кому ты проиграл, да, в результате не чемпион. А здесь еще и соотечественник. Да, здесь никакой сенсации не произошло с точки зрения результата. Бектур Женишбек Улу, спортсмен из России, побеждает своего визави из Казахстана и становится чемпионом мира. Ура, друзья, и с чем вас тоже, конечно же, и поздравляю.